вы откуда и куда? Так, мы сейчас едем с Флоренции и Пизы, едем на кораблик. Погода классная. Погода чудесная, прям очень весь удачная. День было хорошее, да? Солнечная, изобилие. Класс. Что вам понравилось в этом путешествии сегодня? Флоренция. А что там такого? Что впечатлило? Очень красивый вот этот собор, забыла, как он называется, Влад, где купал. Купал? Да. Помню какой-то. Сейчас я тебе скажу. Сегодня 10-е, вроде 9-е. Среда. Туда с Флоренции, по работам. Что-то купал. Здравствуйте. Вы откуда и куда? Мы были в Пизе, а теперь едем в город Специя. Что-то скажите. Были в город Пиза. Кто нас послал в Пизу? Володя Чернявский. Понятно. Он очень хотел в Пизу, мы поехали за ним. А вообще мы хотели во Флоренцию. А вот этот молодой человек, это кто рядом? Отворачивается и стесняется этого Володя Чернявского. Им очень неудобно шли. Да, ну вообще мы очень рады. Мы уже почти сегодня обидели, мы такое ощущение пол Италии. А у вас, молодой человек, какие-то есть ощущения, чем можно поделиться? Нет слов? Да, уже нет слов, уже просто хочется на кораблик. Домой кушать. В джакузи. Хороший план на вечер, да, согласен. Эта девушка вообще не с нами, какая-то местная, попросила, чтобы ее подвезли. То, что на горе? Город. А, сейчас. Сначала футбол, девочки. Мы болельщицы, мы с Сашей играем. Нет, я иду или кушать, или переодеваться. Как ты можешь мужчине поперечить? Я хочу суп из мидии горячих против. Господи. У кого какие задачки и хотелки, да?